Всем привет, меня зовут Андрей, мы продолжаем проходить Mass Effect издание Legendary, как написано на экране. Или Legendary Edition, написано в названии стрима. Первая часть Mass Effect. Нам предстоит пройти первую часть Mass Effect для начала. Очень громко, ничего не слышу. Мы начали вчера проходить первый Mass Effect из этого, собственно, сборника. Вот, я прям, мне очень интересно, что там будет. Я стал вникать в лор, как все это произошло. Да, надо еще послушать кодекс, там все вот эти дневники и все такое. Что хочется прям в этом во всем разобраться, не просто пробежать игру. Короче, мы высадились на планету. Так, сейчас проверю настройки. Например, звук стоит. Да. Настройки вроде стоят нормально. Учитывая, что звук стоит правильно. Так. Журнал. Надо... Так. Маяка на месте раскопок не оказалось. Возможно, какую-то информацию о его местонахождении можно найти в лагере исследователей, который находится неподалеку. Окей. Тут еще много всяких текстов есть. Правда, вот они как-то вот странно. Они объединены в такие группы, типа... Это я читал вроде, да? Улучшение. Совершенствование практичных уни-инструментов позволяет современным военным выбирать различные варианты экипировки. Доступно большое количество наборов улучшений для оружия, брони, уни-инструментов, биоусилителей и даже гранат. Улучшение обычно состоит из нескольких уникальных деталей и оптического носителя данных. После загрузки в уни-инструмент на экран выводится информация о технических условиях, необходимых для производства, и дополнительных деталях, которые требуются для установки. Сборка... Блин, как-то плохо мне видно все сегодня. Сборка, как правило, осуществляется из модулей, а установка занимает меньше минуты. Поскольку уни-инструмент использует материалы, которые можно найти на поле боя, такие как пластик, керамика и легкие металлы, перерабатывая их для дальнейшего использования в полужидкий уни-гель, вполне вероятно, что солдат, прошедший подготовку и имеющий при себе набор улучшений, сможет изменить характеристики оборудования в соответствии с текущей тактической ситуацией. Спектры. Это мы читали, точнее слушали. Планеты и регионы. В галактике Млечный Путь находится от 200 до 400 миллиардов звезд, вокруг большинства из которых вращаются планеты. Системы Термина находятся в дальней части Оттического Траверса, за пределами территорий, управляемых Советом Цитадели и занятых Альянсом систем. Они населены немногочисленными расами, которых объединяет нежелание принять власть Совета либо несогласие с конвенциями Цитадели. Их независимость не дается им даром. В системах Термина постоянно происходят столкновения. Войны между различными расами вспыхивают по мере того, как сменяются правительства и диктаторские режимы. В регионе процветает незаконная деятельность, в частности пиратство и работорговля. По меньшей мере раз в год флот из систем Термина вторгается в Оттический Траверс.
Обычно эти атаки представляют собой небольшие набеги на плохо защищенные колонии. Совет редко отвечает на эти нападения, так как это может спровоцировать обитателей систем Термина объединиться против общего врага, что в свою очередь выльется в продолжительную, дорогостоящую войну. Так, развитие технологий значительно повысило эффективность и выживаемость солдат. В боевых скафандрах используется двухуровневая система защиты. Внутренний слой состоит из бронированной ткани, набитой материалом с кинетическими свойствами. Неподвижные места, такие как область груди или голени, усилены пластинами из облегченного абляционного керамического материала. Внешний слой составляют автоматически генерируемые кинетические барьеры. Если элемент питания обладает необходимым зарядом, при приближении объекта, двигающегося с определенной скоростью, барьер будет включен и объект будет отражен. Тяжелые скафандры обеспечивают герметичность, необходимую для нахождения в среде с экстремальной температурой и вредной атмосферой. В стандартную комплектацию входят микрокомпьютер, коммуникационный модуль, навигационная система и несколько датчиков. Микрокомпьютер выводит информацию, получаемую от системы интеллектуального наведения оружия, облегчая тем самым обнаружение и уничтожение врагов. Расы, населяющие галактику, но не имеющие в ней политического влияния. Геты – раса человекоподобных существ, обладающих ИИ, которые объединены в сеть. Они были созданы 300 лет назад кварианцами и должны были использоваться в качестве солдат и рабочей силы. Когда геты проявили признаки самоэволюционирования, кварианцы попытались уничтожить их. Началась война, которую геты выиграли. Это стало причиной систематического притеснения искусственного интеллекта в галактическом обществе. Особенностью гетов является уникальный распределенный разум. Поодиночке они проявляют рудиментарные животные инстинкты, но по мере увеличения их числа и уменьшения расстояния между ними, умственные способности каждого из них заметно возрастают. Находясь в группах, они способны размышлять, анализировать ситуацию и использовать тактику, как любая органическая раса. Геты обитают в дальней части рукава Персея, за пределами находящихся вне закона систем Термина. Между их системой и системами Термина находится туманность Вуаль-Персея, состоящая из газа и пыли. Раса космических исследователей, вымершая несколько тысяч лет назад. 50 тысяч лет назад протеане были единственной расой, путешествовавшей по галактике. Их постигло стремительное вымирание. О них напоминает лишь наследие, оставшееся после исчезновения их империи. Считается, что они построили ретрансляторы и цитадель. Это позволило многим расам изучать галактику и заселять новые планеты. Протеанские руины можно найти в разных частях галактики. Несмотря на то, что сохранились они на удивление хорошо для своего возраста, работоспособные образцы древнейших протеанских технологий встречаются редко. Время и поколения мародеров опустошили их мертвые города и заброшенные станции. Существует мнение, что протеане вмешивались в процесс эволюции более молодых рас. К примеру, на Кадже, родной планете Ханаров, сохранились явные следы того, что когда-то ее населяли протеане. Найденный на Марсе заброшенный наблюдательный пункт Протеан стал причиной возрождения среди людей движения интервенционистского эволюционизма. Его приверженцы считают, что мифы о богах древних цивилизаций – это неверно истолкованные визиты пришельцев. Около 1200 лет. Это мы читали, точнее слушали. Окей, так, отряд, что-то есть? О, 7 очков. Что это мне так много очков дали?
укачиваем в обаянии. И устрашение. Не знаю, мне просто это кажется самым прикольным. Вот эти возможности каких-то интересных реплик в диалогах. Поэтому я в первую очередь это прокачал. Не знаю, то есть это максимум, что ли? Три? Это максимум? А дальше можно уже вкачивать будет боевые навыки какие-нибудь. Шесть очков у этих ребят есть. Тоже стоит бы их это того. Распределить, наверное. В боевых скафандрах используют кинетические барьеры, в обиходе просто щиты, обеспечивают защиту от большинства видов вооружений, работающих с использованием ускорителя массы. Установленные на космических кораблях или на скафандрах солдат, все они имеют общий принцип работы. Кинетические барьеры представляют собой поля эффекта массы, создаваемые небольшими излучателями. Эти барьеры надежно отражают объекты, двигающиеся на высоких скоростях. Таким образом, обеспечивается защита от пуль и других опасных снарядов. В то же время пользователь может быть уверен, что сможет спокойно сесть на стул и что тот от него не улетит. Кинетический барьер не защищает от экстремальных температур, токсичных материалов и радиации. Ладно. Пора выдвигаться потихонечку. Мы тут
ничего не забыли. Еще раз перепроверил. Да вроде нет, пошли. Но ведь сюда. Да, я только не понял, как хилить. Использовать бросок. Это приказывать им использовать какие-то навыки. А вот как мне вот этого типа подхилить? У него очень мало. У него мало хп. Ну не мало, но у него, в общем, ранение есть. Иден Прайм уже никогда не будет прежним. Как его подхилить? Похоже, лагерь сильно пострадал. Зомби. Я пока не привык к управлению еще, поэтому немножко так по-деревянному все это делаю. Дверь заперта. Включена система безопасности. Чтобы открыть некоторые закрытые объекты в игре, требуется дешифровка или электроника. Если у одного из членов отряда есть нужный навык, вы сможете открыть объект в интерфейсе дешифровка или электроника. Или же потратьте унигель. Нажмите кнопки в указанной очередности до истечения времени. Хвала Создателю. Быстро! Закройте дверь, пока они не вернулись. Кто вы? Что вы здесь делаете? Я доктор Уоррен. Я возглавляла эти раскопки. Когда они напали, мы побежали прятаться. Видимо, им нужен был маяк. К счастью, его здесь уже не было. Сегодня утром его перевезли в космопорт. Мы с Мануэлем помогали свернуть лагерь. Когда началась атака, пехотинцы сдерживали их, чтобы мы смогли спрятаться. Они отдали свои жизни, чтобы спасти нас. Никто не спасся.
Время людей закончилось. Скоро здесь останутся только руины и трупы. Что еще вы можете рассказать мне про нападение? Все случилось очень быстро. Мы собирали оборудование, а через несколько секунд уже прятались в здании. И геты рыскали по всему лагерю. Слуги разрушителей, предвестники тьмы, глашатаи нашего исчезновения. Мы слышали, что снаружи идет бой. Выстрелы, крики. Я думала, это никогда не закончится. А потом все вдруг неожиданно стихло. Мы продолжали сидеть здесь, даже пошевельнуться не могли от страха. А потом пришли вы. А вы не заметили здесь турианца? Я его видел. Он пророк. Он вел в бой наших врагов. Он был здесь перед нападением. Это невозможно. Перед нападением Найлус был с нами на Нормандии. Он никак не мог оказаться здесь. Извините, Мануэль немного не в себе. Мы не видели турианца. Мы прятались здесь с тех пор, как началась атака. Вы можете рассказать мне про этот маяк? Это какой-то модуль данных из галактической коммуникационной сети. На удивление, хорошо сохранившийся. Он может помочь нам совершить величайшее открытие нашего времени. Удивительные новые технологии, революционные медицинские открытия. Кто знает, какие секреты скрываются внутри. Мы освободили сердце зла, разбудили зверя, выпустили на свободу тьму. Мануэль, пожалуйста, сейчас не время. А что случилось с вашим помощником? Мануэль блестящий ученый, но он всегда был немного странным. Гений и безумие – две стороны одной медали. Видеть будущее – это безумие. Видеть, что нас всех ждет гибель. Понимать, что спасения нет. Надежды нет. Я не сошел с ума. Я единственный, кто не сошел с ума. После нападения я дала ему двойную дозу лекарства. Я могу заткнуть его, ладно. Зачем? Уильямс, ведите нас в космопорт. Вам это не остановить! Никому их не остановить! Грядет тьма, тьма вечности! Тише, Мануэль, иди, приляг. Тебе станет лучше, когда подействуют лекарства. Сарен? Найлус? Это мое задание, Сарен. Что ты здесь делаешь? Совет решил, что тебе не повредит моя помощь. Я не ожидал встретить здесь гетов. Ситуация сложная. Спокойно. У меня все под контролем. Что-то тут предателем попахивает. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный!
почему он выглядит как спрут какой-то. Берем в руки винтовки. Что, один умер, что ли? Мы его не можем оживить. Как так? О, чёрта. Блин, он умер. Серьезно? Его нельзя оживить больше? У него, но он у меня есть здесь. Что мне с ним сделать? Как я его могу оживить? Где враг вообще? Ты видишь его? Могу его как-то на него применить это аптечку. А, нахилить нас всех понемногу, что ли? Так, ладно, переключаемся на обычные. Я, наверное, зря нам всем поставил снайперки. Может быть, из-за этого он и влетел. Блин, я уж думал, что тут перманентная смерть. Пожалуйста, не стреляйте! Мы выходим! Мы не вооружены. Все кончилось? Они ушли? Обожаю эту озвучку вообще. Ну вообще, не знаю, озвучка всегда там какие-то голоса стараются сделать более, не знаю, запоминающиеся, наверное. Но они выглядят, звучат зачастую из-за этого более карикатурно. Они ушли. Мы с ними разобрались. Эти штуки шныряли повсюду. Они бы обязательно нас нашли, если б не вы, нам всем крышка. Я все еще не могу поверить. Когда мы увидели корабль, я подумала, что это конец. Он появился перед нападением. Я сразу понял, что тут что-то не так. И мы побежали прятаться. Расскажите мне все, что помните о нападении. Мы трое работали в поле, когда появился этот корабль. Мы его увидели, побежали. Я не знаю, что случилось со всеми остальными. Они были у гаража, совсем рядом с космопортом. Там, где приземлился корабль. Они не могли выжить. Откуда ты знаешь? Мы ведь выжили. Если они добежали до гаража, то могли остаться живы. Вы что-нибудь знаете о протеанском маяке, который они раскопали? Да мы всего лишь фермеры. Мы слышали, что им удалось что-то найти, но нам-то что? А тут такие дела творятся.
Можете еще что-нибудь рассказать об этом корабле? Я сматывался, где уж тут его рассматривать? Походу, он приземлился возле космопорта. Коул, расскажи им про шум, про этот ужасный шум. Когда корабль спускался, от него шел какой-то странный сигнал. Было похоже на визг демонов, только он звучал прямо в мозгу. Может быть, они пытались заблокировать коммуникации? Что бы это ни было, оно как будто разрывало череп на части. Я вообще ничего не соображал. Мне пора идти. Эй, Коул, мы всего лишь фермеры, а они солдаты. Может быть, отдать им все? Чтоб тебя, Блейк, учись держать свой гребаный рот на замке. Коул, ты мне хочешь что-то рассказать? Одни ребята в космопорте промышляли контрабандой. Ничего особенного. В обмен на часть выручки мы позволяли им хранить здесь товар. Какие именно пакеты? Я нашел пистолет и подумал, что он может пригодиться, если эти твари вернутся. Но вам, наверное, все это нужнее, чем нам. Опа-опа. Я думаю так, с потенциально хорошими людьми я буду общаться мило, с ублюдками буду общаться грубо. Но они неплохие люди, хотя, конечно, не очень хорошее что-то, ну, типа контрабанда, это нехорошо, бла-бла-бла, но... Ну, они неплохие люди явно, да? Мы рискуем своими жизнями, чтобы спасти эту колонию. Здесь точно больше ничего нет, что могло бы нам помочь. Да, есть еще кое-что. Я собирался продать, когда все закончится, но, наверное, вы это заслужили больше, в отличие от меня. Наверное. Коул, с кем ты работал в космопорте? Как его зовут? Он нормальный парень. Не хочу, чтобы у него были проблемы. Я не стукач. Возможно, он причастен к этому нападению, Коул. Нам нужно знать его имя. Это важно. Да, ладно, вы правы. Его зовут Пауэлл. Он работает в доках в космопорте, если, конечно, он еще жив. Мне пора идти. Удачи! Типа, навыка электроника ни у кого из нас нет. Где вообще эти навыки? Я что-то не пойму. Где мой? Где этот навык? Вот. Вот тот. Благодаря которому я взламывал. Дешифровка, вот, собственно, да, видите. Да, надо тогда ему вкачивать это, чтобы электроника тоже была у него.
Очистив территорию от вражеского присутствия, геты собираются и насаживают тела убитых и раненых на механические шипы. Эти шипы быстро трансформируют жертв в хасков, заменяя воду и микроэлементы в их организмах кибернетическим материалом. Киберматериалы восстанавливают жизненные процессы в организме, превращая жертв в бездумные машины для убийства. Солдаты Альянса называют иногда эти шипы «зубами дракона», ассоциируя их с легендой о мифологических воинах, которые выросли из посаженных в землю зубов дракона, убитого древнегреческим героем Кадмом. Зубы дракона и хаски мало похожи на остальные образцы технологий гетов. Никому не известно, зачем расе синтетических существ нужно выкачивать небольшое количество восстанавливаемых ресурсов из органических тел. Но выгода от использования их в качестве ударной силы вполне очевидна. Низкий уровень навыка, какой тут нужен, блин? Спасибо, чувак. Я знал, что ты пригодишься. Больше не умирай там, смотри. Блин, у тебя, конечно, хп, конечно, мало, блин. Давай. Берегись. Так, куда нам надо-то? Налево или... Если вот ничего нет, наверное. Значит, сюда. Капитан, это Найлус. Что-то движется. Вон за теми ящиками. Погодите! Не надо, не стреляйте! Я такой же, как вы! Я человек! Кто ты? Тогда почему ты здесь рыщешь? Я... Извините, я прятался от этих уродов. Я Пауэлл. Я видел, что случилось с этим турианцем. Его убил другой турианец. Мне нужно знать, как погиб Найлус. Тот другой пришел сюда первым. Он ждал, пока появится ваш друг. А ваш друг называл его Сараном. Похоже, они были знакомы. Ваш друг расслабился, потерял бдительность. И Саран замочил его. Выстрелил ему в спину. Хорошо еще меня не заметил. Нам сказали, что в космопорт привезли протеанский маяк. Что с ним случилось? Он сразу после того, как прикончил вашего друга. Я знал, что от этого маяка одни неприятности. С тех пор, как мы его нашли, все пошло наперекосяк.
Сначала этот корабль-носитель, потом нападение. Они убили всех! Всех! Если бы я не спрятался, меня бы тоже кокнули! Как же так получилось, что ты единственный остался в живых? Почему никто больше не пытался спрятаться за ящиками? Они просто не успели. Я уже был там, когда началась атака. Подожди минутку. Ты спрятался за ящиками еще до начала атаки? Я... Иногда во время смены меня тянет вздремнуть. Я прячусь тут, чтобы начальство не увидело. Тебе удалось выжить, потому что ты лентяй. Ну ладно, ладно, чё, блин, это... Если бы ты не решил поспать, ты был бы сейчас мертв, как и все остальные. Да, да, наверное. Эти, конечно, но вот я эти не вот хочу об этом интонации такие укоряющие. Если бы ты не был таким лентяем, ты был бы мертв. Такой. Почему так злобно говорит-то вообще? Ты был сообщником Коула. Нам известно про контрабанду. Ну так злобно все говорит. Что? Нет. В смысле, теперь-то какая разница? Я контрабандист. И что дальше? Мое начальство погибло. Все погибли. Теперь уже это никого не волнует. У тебя есть оружие, которое поможет справиться с гетами? На прошлой неделе пришел груз гранат. Никто не заметит, если исчезнет несколько штук. Ах ты, жадный сукин сын! Мы пытались защитить твою жалкую задницу, а ты нас же и обворовываешь! Да я думать не думал, что вам пригодятся эти гранаты! Кому надо нападать на Иден Прайм? У нас тут фермеры одни! Откуда мне было знать? Дай мне гранаты! Так. Забирайте, ради бога! Отдай мне гранаты! Я не буду заниматься контрабандой, клянусь! Почему они такие злобные, блин? Почему их такие злобные интонации у всех? Здесь погибло множество солдат, Пауэлл. Эти гранаты могли им пригодиться. Я бы на твоем месте придумал, как загладить свою вину перед ними. Хорошо. Ладно. Он сейчас повесится, я блин, тут припас кое-что еще. Наверное, стоит целое состояние. Экспериментальная технология. Самая новая. Возьмите. Мне это не нужно. Я не хотел, чтобы кто-нибудь пострадал. Правда. Мне очень жаль. Я тебе верю. Расскажи мне про атаку гетов. Все случилось очень быстро. Я видел, как приземлялся корабль, а потом все наводнили геты. Их тут были тысячи. Наверное, они были на этом корабле-носителе. Они убивали всех. Тут была настоящая бойня. Можешь рассказать что-нибудь еще про маяк? Его привезли сюда сегодня утром. Мы погрузили его на поезд и отправили на другую станцию. Не могу поверить, что это было всего пару часов назад. Кажется, что прошла целая вечность. Расскажи мне про корабль-носитель, который ты видел. Я никогда не видел ничего похожего. Он был просто огромный. Приземлился около вон той платформы. Когда он спускался, здесь даже стемнело. И еще он издавал такой звук, который сверлит мозг. Он меня и разбудил. А атака началась через несколько минут. Нам нужно найти маяк, пока еще не поздно. Садитесь на грузовой поезд. То же самое сделал тот турианец. Я не могу здесь оставаться. Я не могу на это смотреть.
все равно не понимаю, почему они так долго вообще? Сколько, блин, времени она активируется? Где? Кто? Не умрите там. Высрались откуда-то. Ходи. Я еще тут не собрал, блин, все. Опять помер. Thank you.
там сколько их тут? Нет никаких навыков, что ли? Куда я кину гранату? Так, ребят, ну... Ставьте заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. И помните, ни слова по-русски. Ни слова по-гетски. Такие просто стоят вообще без палева. О, мы приехали такие. Есть кто дома? Бомбы. Наверное, их установили геты. Быстро! Мы должны найти их все и обезвредить. 4.45. Опять снайперку брать. Какой-то снайпер там. Можешь сделать загрузку его щита? Да?
Что, блядь? Где, откуда? Искал туда, блин. Жалко, нельзя поднимать. Встал, чувак, можешь не умирать, пожалуйста. Thank you.
Нормандия, маяк в безопасности. Это восхитительно. Действующая протеанская технология. Невероятно. Он так себя не вел, когда его только раскопали. Наверное, что-то его активировало. Вас поняли, Нормандия. Ждем. Трогайте его! Дальше не уместилось. Какая-то ачивка. Видимо, за первую... За пролог. Мы установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм. А это Нормандия. Судно Альянса. Под командованием капитана Андерсена. Им удалось спасти колонию. А что маяк? Похоже, им воспользовался один из людей. Человека нужно уничтожить. Доктор Чаквас, по-моему, он просыпается. Мы волновались за вас, Шепард. Как самочувствие? Как я тут оказался? Долго я был в отключке? Примерно 15 часов. Полагаю, это маяк так странно на вас повлиял. Это моя вина. Видимо, я активировала какое-то защитное поле, и вам пришлось бросаться мне на выручку. Вы не могли знать, что произойдет. Собственно, мы даже не знаем, в чем была причина. И, к сожалению, теперь уже и не выясним. Маяк взорвался. Может быть, перегрузка системы. От взрыва вы потеряли сознание. Мы с лейтенантом перенесли вас на корабль. Я ценю это. Физически вы в полном порядке. Но я обнаружила необычную активность мозга. Аномальные бета-волны. Также я отметила у вас больше быстрых движений глаз. Обычных признаков интенсивного сновидения. Я не очень понял, что там было, так что... Я видел... Не знаю, что точно я видел. Смерть. Разрушение. Все как-то нечетко. Надо будет включить это в рапорт. Возможно... О, капитан Андерсон! Как там ваш пациент, доктор? Все показатели в норме. Думаю, с капитаном все будет в порядке. Рад это слышать. Шепард, мне нужно поговорить с вами. Наедине. Слушаюсь, капитан. Если понадоблюсь, я буду в кают-компании. Похоже, капитан, вам порядком досталось при взрыве. Вы нормально себя чувствуете? Ну, да. Жить буду. Не буду юлить, Шепард. Положение не из лучших. Найлус погиб.
Маяк уничтожен. Геты начали вторжение. Совет захочет задать нам ряд вопросов. Я не сделал ничего дурного, капитан. Надеюсь, совет это поймет. Я поддержу вас и ваш рапорт, Шепард. С моей точки зрения, вы, черт возьми, герой. Но я здесь не поэтому. Дело в том другом турианце, Сарене. Сарен — Спектр и один из лучших. Живая легенда, все дела. Но если он связался с гетами, значит, он решил пойти своим путем. Спектр, отказавшийся подчиняться совету, — это проблема. Сарен опасен, и он ненавидит людей. Почему? Он считает, что мы слишком быстро растем и занимаем галактику. Многие так считают, но большинство ничего по этому поводу не делает. А Сарен связался с гетами. Я не знаю как. Я не знаю почему. Я только знаю, что это имеет какое-то отношение к маяку. Вы были там перед тем, как маяк сам уничтожился. Видели что-нибудь? Какой-нибудь намек на то, что искал там Сарен? Я потерял сознание, но до этого у меня было видение. Видение? Видение чего? Хуй знает вообще. Я видел синтетиков. Возможно, гетов. Они убивали. Жестоко, как мясники. Об этом нужно доложить совету, Шепард. Что мы им скажем? Что мне приснился страшный сон? Неизвестно, что за информация хранилась в маяке. Протеанские технологии, а может, чертежи какого-нибудь оружия массового поражения? Что бы это ни было, теперь оно у Сарена. Но я знаю Сарена. Я знаю его репутацию, его методы. Он считает, что люди — паразиты космоса. Это нападение было актом войны. Он знает секрет маяка. У него целая армия гетов. И он не остановится, пока не истребит все человечество. Я найду способ помешать ему. Не так-то это просто. Он Спектр. Летает куда хочет и делает, что хочет. Вот почему надо, чтобы совет был на нашей стороне. Мы докажем, что Сарен вышел из-под контроля, и совет лишит его статуса Спектра. Я свяжусь с послом и постараюсь добиться аудиенции в совете. Надо будет с ним встретиться, как только доберемся до цитадели. Мы уже недалеко. Поднимайтесь на мостик, и пусть Джокер заводит корабль в док. Я рада, что с вами все в порядке, капитан. После того, что случилось с Дженкинсом, экипажу не помешают хорошие новости. Дженкинс был ценным членом экипажа. Отчасти я виню себя в произошедшем. Если бы Дженкинс был жив, меня могло не быть здесь. Вы хороший солдат, Уильямс. Вы заслуживаете летать на Нормандии. Спасибо, капитан. Я это ценю. Там все было довольно сурово. Вы в порядке? Я не в первый раз вижу гибель друзей. Космопехи с этим сталкиваются. Но когда на твоих глазах гибнет все подразделение, к смертям гражданских тоже сложно привыкнуть.
Но все могло быть гораздо хуже, если бы вы не пришли на выручку. Без вас мы бы не справились, Уильямс. Спасибо, капитан. Признаюсь, я немного нервничала из-за назначения на Нормандию. Приятно, когда тебя так хорошо принимают. Я думаю, вы впишетесь в команду, Уильямс. Спасибо, капитан. Рад, что вы целы, капитан. Спасибо. Когда будете готовы, ступайте к Джокеру. Пусть загонит Нормандию в док. Я рад, что вы в порядке, капитан. Потеря Дженкинса стала большим ударом для команды. Стоп. Это нам сюда как раз таки. А снизу что? А можно на лифте подняться туда? Да, капитан. Вам что-нибудь нужно? Как вы оказались на флоте Альянса? Пошла на службу сразу после мединститута. На Земле мне всегда казалось скучно. Там слишком безопасно. Я решила, что в колониях меня ждут нескончаемые экзотические приключения. Хотела летать среди звезд, лечить суровых солдат с пронзительным взглядом и чувственной душой. Но жизнь военного оказалась не столь романтичной, как думала. Но чтобы продолжить экспансию через Траверс, человечеству нужен Альянс. А Альянсу всегда нужны хорошие медики. Так что я осталась и вношу свой вклад. Не думали, что ошиблись с выбором? Иногда подумываю вернуться на Землю и открыть частную практику, или, может, занять должность в каком-нибудь новом медцентре в колониях. Но в работе с солдатами есть что-то особенное. Если я уйду с флота, буду думать, будто я их предала. Что вы знаете о капитане Андерсоне? Я с ним иду уже не в первый рейс. Он знает, когда можно спустить все на тормозах, а когда стоит затянуть гайки. Экипажу известно, что он прошел многое из того, во что мы можем вляпаться. И что он заботится о людях под его командой. Вы хорошо знакомы с лейтенантом? До этой миссии я с ним не работала. Но у него впечатляющий послужной список. Больше дюжины особых благодарностей. Хотя он довольно замкнут. Возможно, из-за головных болей. Нелегко жить с L2. Как это связано? В наше время биотики в основном используют имплантаты L3. Лейтенанту Аленко вживили старую конфигурацию L2. Иногда с ней бывают осложнения. Какого рода осложнения? Тяжелые умственные нарушения, безумие, сильная физическая боль. Длинный список побочных эффектов. Кайдену повезло, он лишь страдает от мигреней. Мне нужно идти. До свидания, капитан. Вниз? Я хотел наверх.
Можно поменять снаряжение членов отряда. Новое снаряжение можно приобрести у интенданта. Капец тут. Всякого. Жалко Дженкинса, капитан. Эй, капитан! Не желаете посмотреть что-нибудь из новинок, пока не вышли наружу? Что у вас есть? Да что душе угодно. Броня, оружие, улучшение. Нестандартные модели Альянс, конечно, но товар неплохой. Если, конечно, вы не прочь за него заплатить. Почему я должен платить вам за свое оружие и броню? Мне товар не Альянс поставляет. Приходится закупать самому, причем недешево. Черт, да на одни лицензии сколько уходит. А нет лицензии, нет товара. Нет товара, я банкрот. Давайте посмотрим, что у вас имеется. Как скажете, капитан. У меня вообще почти нет денег.
Стоп, я же выбрал вот эту. Не понял. Почему как-то поменялась статистика, нет? Почему? Я понимаю. Чё? Чё? Что это такое? Понял, вот это меню, а вот это то, что у нее, блядь, немножко как-то странно это выглядит. Не очень понял. То есть это список тех, которые альтернативные, а вот слева написано то, что у нее сейчас, понятно. Просто такие, что-то я смотрел только на правую часть экрана, потому что очень крупно все написано. Это типа сравнение, понятно. Типа, погоди, а если я поставлю ей, если я поставлю ей Лансер, а то он сможет использовать, блин, у меня только по одному экземпляру. То есть, к примеру, если вот у меня есть винтовка Мстителей, я могу ее поставить только кому-то одному. Понятненько, понятненько. То есть надо... Или там хорошая броня, к примеру, есть, ее можно поставить только кому-то одному. Да уж. Это надо будет подумать, кому что поставить еще. Ладно, мне пора на этом заканчивать, на самом деле. Немножко тут завозился под конец. Ну, блин, интересно, потому что... Вот. В общем, на этом мы заканчиваем.
всем пока. Увидимся, надеюсь, завтра. Увидимся в продолжении прохождения Mass Effect. Пишите комментарии на YouTube. Всем пока.